Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Волшебная неделя августа, когда ваши мечты станут реальностью. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает вторая неделя августа, напоминающая нам о том, что лето не вечно и уже скоро настанет пора расставания. Проведите это время осознанно, радуясь каждому прожитому дню. Прочувствуйте приятные касания теплого августовского солнышка. Вдохните ароматы цветов и свежих фруктов. Советы ведической астрологии помогут вам провести это время наиболее продуктивно, добиться успехов и реализовать множество важных планов. Не забывайте о том, что иногда достаточно сделать первый шаг, после которого мечты станут реальностью. Понедельник, 7 августа, день Луны, кармическое число 4, Раху. Новая неделя встречает нас днем, предназначенным для самопознания и самосовершенствования. Приветствуется получение любых знаний и навыков, развитие имеющихся способностей. Вся полученная информация усвоится легко и поможет вам в достижении задуманного. Благоприятная пора и для духовного развития. Практики позволят вам познать себя, открыть новые возможности, найти выход из любых затруднительных ситуаций. Сегодня особенно важно проявлять дружелюбие к окружающим, заботиться о близких людях. Удача улыбнется всем, кто ценит дружбу, верен своим словам и принципам, с уважением относится ко всем, кто находится рядом. Остерегайтесь мрачных мыслей, негативных размышлений, не позволяйте раздражению лишить вас внутреннего спокойствия. Посылая в мир любовь, вы получите ее в ответ, наполняя смыслом каждую прожитую минуту. Планета советует: из множества возможностей выбирайте те, которые ведут в сторону вашей мечты. Родившиеся 4, 13, 14, 22, 24 и 31 числа получат приятный подарок. Вторник, 8 августа, день Марса, кармическое число 5, Меркурий. День дарит много энергии, пробуждает жизненные силы, поэтому провести его нужно как можно активнее. Вполне возможно, вы захотите впустить в свою жизнь перемены, отказаться от чего-либо старого, поменять внешность, дом, устроиться на новую работу. Однако помните, что все подобные начинания будут успешными только в том случае, если, следуя им, вы стремитесь приблизиться к мечте, изменить себя в лучшую сторону. Попытки избавиться подобным образом от событий из прошлого обречены на провал, поскольку для этого необходимо меняться внутри, а не снаружи. Не бойтесь трудностей, которые могут поджидать вас в эти сутки. Смело отстаивайте свои позиции, придерживаясь нестандартного подхода. Действуйте уверенно, но не игнорируйте советы коллег и близких. В противном случае вы рискуете лишиться поддержки. Не поддавайтесь соблазнам, вызванным обманчивым ощущением всесилия. Сегодня может появиться ощущение, что вам по силам буквально все, но попытки решить все задачи на одном дыхании не дадут результата, поэтому научитесь верно расставлять приоритеты. Планеты советуют: если цель кажется недостижимой, оглянитесь вокруг, возможно, вы движетесь к ней не той дорогой. День принесет множество позитивных моментов, появившимся на свет 5, 14, 15, 23, 25 числа. Среда, 9 августа. День Меркурия, кармическое число 6, Венера. Этот насыщенный событиями день рекомендуется посвятить самодушевному и физическому благополучию. Займитесь спортом, посетите сеанс массажа, при необходимости найдите время на лечебные процедуры, чаще бывайте на свежем воздухе. Приветствуются пешие прогулки по лесу или парку, так как они наполнят вас силой и позволят освободиться от негативных эмоций. Успешными окажутся любые начинания, даже если вы пока не видите результатов своих трудов. Не беспокойтесь по этому поводу, пройдет совсем немного времени, и ваши усилия будут достойно вознаграждены. Сутки благоприятны для любой повседневной работы, однако приступать к ней нужно в хорошем настроении, не допуская раздражительности и гнева. Выбирайте занятия по душе, доставляющие вам удовольствие и восстанавливающие силы. Обязательно прислушайтесь к своим желаниям, поскольку сегодня вы получаете шанс с легкостью воплотить их в жизнь, если будете следовать подсказкам, посылаемым судьбой. Планета советует: вдохновение и вера в себя позволят вам разрушить любые стены на своем пути. День принесет радость всем, кто родился 6, 15, 16, 24 и 26 числа. Четверг, 10 августа, день Юпитера, кармическое число 7, Кету.
Этот день поможет вам стать мудрее, увидеть себя словно со стороны, сметая любые иллюзии. Торопливость и суета противопоказаны, а поспешные решения, принятые на эмоциях, окажутся неудачными. Поэтому тщательно обдумывайте и анализируйте каждое свое действие. Подумайте над своей жизнью, займитесь духовными практиками, которые позволят вам лучше понять себя, понять, какие именно преграды мешают вашей самореализации. Проводите больше времени в уединении, тишине и спокойствии, и нужная информация откроется перед вами, как на ладони. Сегодня вы получаете шанс встретить человека, который станет вам наставником, другом или коллегой, поможет вам познать себя. Помимо этого, вас могут направить на путь самосовершенствования некие обстоятельства, неожиданные ситуации, возникающие неожиданно и заставляющие взглянуть на мир под иным углом зрения. Также день идеален для изучения мира, длительных поездок, начала путешествия. Однако будьте осторожнее с финансами, чтобы не тратить больше, чем планировали. Планета советует, стоя на месте, вы никогда не достигнете того, о чем мечтаете. День будет наполнен успехом у всех, кто родился 7, 16, 17, 25, 27 числа. Пятница, 11 августа. День Венеры, кармическое число 8, Сатурн. Невероятно мощный период, позволяющий вам очиститься от негативных энергий и очистить карму. В ведическом календаре Парама и Кандаши – особый праздник, выпадающий на дополнительный месяц – Пурушатама. Как и Падмини и Кадаши, он является особенным временем, когда искреннее выполнение аскез приносит человеку невероятные блага, превышающие положительные результаты от соблюдения остальных священных дней года. Считается, что люди, выдерживающие сегодня не только физический, но и духовный пост, освобождаются от всех грехов и обретают изобилие во всем. В эти сутки рекомендуется снизить количество пищи, которую вы употребляете, исключить из рациона мясные и рыбные блюда. Кроме того, нежелательно употреблять злаковые бобовые продукты. Не менее важно позаботиться о своей душе, выделить время на чтение священных текстов, прослушивание лекций духовных учителей. Чтобы не испортить карму, не отказывайте никому в помощи, если это в ваших силах. Совершайте как можно больше добрых дел, даже если это будут простые жесты вежливости или слова поддержки. Планета советует, счастливая жизнь невозможна без обретения гармонии с собой. Процветание ждет всех, кто рожден 8, 17, 18, 26, 28 числа. Суббота, 12 августа, день Сатурна, кармическое число 9, Марс. Наступает спокойная пора, предназначенная для подведения промежуточных итогов, выполнения данных ранее обещаний и исправления ошибок. Рекомендуется раздать долги, помириться с близкими людьми, оставить позади все обиды и претензии, чтобы открыть себе путь к позитивным переменам. Прислушайтесь к своей интуиции. Она направит вас по верному пути. Сохраняйте спокойствие, проявляйте чуткость по отношению ко всем, кто находится рядом. Избегайте резких высказываний и споров с близкими, даже если абсолютно уверены в своей правоте. День хороший для путешествий, особенно если вы планируете посетить места силы, навестить друзей или родственников. Этот период подходит для отдыха на природе, медитации на свежем воздухе. Также вы можете заняться самообразованием, записаться на интересующие вас курсы или посетить тренинг, который давно вызвал интерес. Принимая какие-либо решения, избегайте спонтанности, тщательно оценивайте все плюсы и минусы. Планета советует, чтобы достичь успехов, необходимо следовать по своему пути, а не пытаться повторить чьи-то достижения. День будет прекрасным у всех, кто родился 9, 18, 19, 27, 29 числа. Воскресенье, 13 августа. День Солнца, кармическое число 1. Солнце. Восхитительный день, наполненный живительной солнечной энергетикой, дарит нам это воскресенье. Успех ждет вас абсолютно во всех делах и задумках, позволяет достичь любых высот, но только в том случае, если вы этого заслужили своими прежними действиями. Поэтому с благодарностью принимайте все, что подарит судьба. Сегодня рекомендуется проявить заботу о близких, сделать для кого-нибудь доброе дело, выполнить чью-либо просьбу. Однако не беритесь за непосильные задачи. Помощь не должна осуществляться в ущерб себе.
День отлично подходит для общения и поездок. Вас ждут увлекательные, интересные знакомства, приятные события, возобновление старых связей. Это отличная пора для любого отдыха, особенно если вы проведете его в компании близких. Отправляйте всей семьей в парк развлечений, посетите кино или театр, сходите на пляж. Насладитесь красотой окружающего мира, оцените все прекрасные возможности, которые дает вам жизнь. И благодарите судьбу за уже подаренное счастье. Планета советует, всегда помните о том, что никакие обстоятельства не могут помешать вам быть счастливыми. Рожденным 1, 10, 11, 19, 21, 28 и 31 числа ждет день, наполненный успехом и процветанием. Волшебной и сказочной недели каждому моему подписчику.